Это началось с самого детства и до сих пор не отпускает. Когда я учился в школе, ко мне подошли мои друзья и предложили попробовать. С тех пор я не могу бросить. Долгое время скрывал это от всех. Думал, что меня не поймут. Боялся, что меня осудят. У меня начались проблемы, например, с родителями. Они хотели, чтобы я завязал, но я не мог. В 70-е это было модно, в 80-е запрещено, а сейчас это актуально. В мире есть тысячи видов. Больше всего этому привержена молодежь. Иногда это даже передается из поколения в поколение. И всегда найдутся те, кому это нравится. И они находятся под властью этого. Здесь крутятся большие деньги и миллионы людей. Также и меня ноги ведут туда, где все уже готово. И меня там ждут. Жизнь – то, что выбираю я.